Приветствую всех, меня зовут Наталья Невзорова, и меня просят записать обзор по пятому каталогу. К сожалению, я ограничена временем, и поэтому я сегодня вам расскажу только о тех продуктах, которые приобрела я лично для себя, для своего пользования, может быть, какие-то для офиса взяла. Вот по этому каталогу номер 5, и постараюсь это видео выложить сегодня, а может быть, завтра. Ну, начну с того, что этот каталог у нас посвящен уже празднованию 50-летия компании Oriflame. Естественно, в подарок на заказы более 1500 рублей, от 1500 рублей приходит специальное смягчающее средство. Вот оно в такой классной коробочке приходит, золотистой, шикарной. И, конечно, внутри она очень выглядит презентабельно. Вот так вот. Вот такое красивящее, да, даже, видите, отражается у меня офис в нем. Ну и по запаху оно идет без аромата. То есть в нем нет никакого аромата. И, конечно, как подарок просто вообще шикарно выглядит. Таких средств мне пришло несколько. Я уже тут подарила некоторые. Ну вот осталось пока две штучки. Поэтому, естественно, это очень шикарный подарок для тех, кто размещает заказ. Поэтому не скупитесь на 1500. Обязательно возьмите продукции. Тем более, что есть что взять из этого каталога. Вот хочу пару слов сказать про эту тушь. 269 рублей. Это, конечно, не цена для этой туши. Потому что эта тушь у нас сейчас идет вообще на расхват. То есть их берут по 2, по 3 штуки сразу. И у меня снято видео на моем канале про эту универсальную тушь. Код у нее 325-76. Универсальная супер тушь Giordani Gold. И вы можете с удовольствием посмотреть это видео. Тем более, что все, кто взял эту тушь сейчас впервые, очень-очень остались довольны. То есть у всех хорошие отзывы. Она дает и удлинение, и объем, и изгиб дает. То есть это вообще классная тушь. Она с пластиковой кисточкой и очень-очень хорошо подходит для большого количества, ну, для разнообразия ресниц. И следующий продукт, который я бы вам хотела показать, это то, что я взяла. Я вот сейчас пролистываю каталог. Это корректоры Illuskin. То есть меня просят снять обзоры на эти корректоры. Вот я взяла все 3 штучки, не буду их скрывать. Я вам сниму отдельный обзор по каждому тону корректора, ну и посмотрите уже в обзорах. Также сегодня я сделала обзор вот этих вот помад. Жидкая лаковая помада, и тоже ждите его на моем канале. Я сейчас сделала первый заказ, еще у меня придут несколько продуктов, которые я дозаказывала. Но вот сейчас 50% скидка идут вот такие вот палитры теней для век. Покупала, хотела снять обзоры, но думаю, не стоит уже этого делать, потому что, скорее всего, это сезонная продажа была, которая сейчас уходит из каталогов, и вот ее сейчас распродают с хорошей скидкой. Итак, давайте посмотрим оттенки, чтобы не отсвечивало. Вот так вот, да, покажу. То есть очень красивый идет оттенок, такой серебристо-коричневый, такой светлый идет. Далее идет оттенок розовый, чуть ярче, чем телесный, да, цвет. И очень красивый коричневый оттенок, прям вообще шикарный. Я думаю, что вы видите их. Эта палитра идет, называется «Розовый пион». А вторая палитра – «Зеленый турмалин» 327-70. Тоже очень красивые оттенки. То есть вот посмотрите. Это зеленый оттенок. Это оттенок телесный идет совсем, ну, светленький, как вот и в этой палитре, только здесь чуть-чуть холоднее. Вот для сравнения давайте, да, вам покажу самый первый оттенок. Видите, тот этот идет холоднее в этой палитре, а в этой палитре вот этот оттенок, он идет чуть-чуть ближе к телесному цвету. Ну и изумительный зеленый цвет. Ну и черный, конечно, очень-очень уж такой, знаете, мрачноватый, но тем не менее 50% скидка.
палитра для теней The One Bold Intensity. 50% вот такие вот, они приходят в коробочках еще, но их я не пробовала, поэтому сказать о них ничего не могу, только вот показываю вам цвет. Дальше, что я еще взяла для себя? Это вот такие подарочные пакеты. То есть, если сравнивать с размером каталога, да, то есть, вот смотрите, пакет чуть-чуть больше каталога идет. Вот так вот он выглядит. Ну, я взяла их для акции, то есть, взяла два пакета подарочных, широкое дно у них идет. Ну, конечно, не дешевое. И, кстати, вот еще у них ручка идет такая не веревочка, а ленточкой. В принципе, неплохо смотрится. А еще взяла для себя сумку. Вот такую классную сумку. Очень сумка мне понравилась. Сумка называется «Юбилейная коллекция». То есть выглядит следующим образом. То есть в размер с каталогом, если смотреть, да, то есть она вот чуть-чуть больше, чем каталог. А, но еще никуда не ходила. То есть есть в этой сумке вот такой ремешок. Внутри, как обычно, два кармана идет для телефона и для мелочи различные, да, и кармашек на молнии, такой неглубокий. Ну вот, понравилась эта сумочка, взяла на лето ее, потому что светлый оттенок, молния хорошо застегивается. То есть, ну вот, мне очень она понравилась, поэтому можете брать, сумка очень красивая. Очень хотела заказать вот эту сумочку деним дочери, но никак не могу ее выловить на складе. Почему-то ее до сих пор нет. Из гелей для душа большой объем. Я взяла оба, но один уже у меня купили, и вот остался только лаванда. То есть это объем идет 750 миллилитров. То есть стандартный объем обычно гелей для душа или шампунь идет 200-250 миллилитров. Вот для сравнения, да, могу вам показать. Поэтому хватит такой бутылки надолго. Мы берем обычно на семью вот такой гель, и нам его надолго хватает. Но больше нравится у меня мужу свежесть Исландии, но сейчас взяла лаванду. Думаю, ну ничего страшного, один гель продали, будем пользоваться другим. Далее. Конечно, не могла пройти стороной вот эти кремы для рук. Это не цена для кремов. То есть кремы вот в таких тюбиках идут. По качеству этот крем уже мы знаем. Он любим многими. А это вот крем-новиночка. Ну вот написано, что на глицериновой основе они. Прекрасно смягчают. И в этих кремах содержится глицерин. То есть вот они практически друг от друга не отличаются. Ну, мне вот у этого больше аромат нравится. У этого. То есть этот немножко такой, как бы, с точки зрения аромата, не такой вкусный, как вот этот. Но оба крема я взяла. Они очень классно в сумочку их использовать. И поэтому взяла на подарки. И взяла достаточно много. По 10 штук я каждого крема взяла.
Крема поэтому надолго хватит. Дальше. Обязательно средства для интимной гигиены, 60% скидка. Алоэ увлажняющее, это смягчающее. 129 рублей при покупке двух. Ну, я взяла сразу два. Думаю, что и то, и другое у нас будет использовано. Ну и, естественно, новинка, серия, которая называется «Простые Love Nature», «Дары природы», это, конечно, что-то. Начну я с мыла, конечно. Да, вот смотрите, вот такое шикарное мыло. А какой аромат интересный. Это что-то такое с зеленью, с травой, алоэ запах есть. Такой зеленый аромат, не сладкий. Вот кто любит несладкие ароматы, очень приятно в руку ложится это мыло, кусочек. И еще оно классное по своим ощущениям. То есть такое сразу видно, на кремовой основе идет. Вообще замечательно, конечно, мыло. И очень многим именно этот запах понравился. Ну, выглядят они в упаковке вот так вот, мыльца, они запакованы. Ну и из этой же серии я взяла вот гель для душа. Тут у меня открытый есть. Тоже классный такой аромат травы. Трава с алоэ. То есть выраженный аромат алоэ есть. Оливой, вот, кстати, я бы не сказала, что тут пахнет сильно, потому что в прошлые разы, когда серия олива была, мне не очень нравился запах той серии. Но это, конечно, классный. Вот. И бутылочки просто игрушечки. Вот такие классные, приятные на ощупь, гладкие, прозрачные. Вот мне нравится вот такая серия. И причем здесь содержатся экстракты натуральных растений, и они биоразлагаемые, вот эти вот гели. Об этом, конечно, писали в компании, поэтому я заранее эту информацию видела. В этой серии тоже входит вот такое жидкое мыло с дозатором идет. Ну и в эту серию еще добавлена вот такая вот мочалочка. Сейчас мы ее откроем. Эта мочалка очень легкая. И для чего я ее взяла? Удобно брать с собой куда-то в поездки, потому что не занимает много времени. То есть вот так надевается на руку. Единственная резиночка тут со временем вытягивается, да, и вот можно уже мыться. Она, по-моему, из сизаля. По ощущениям, это вот натуральное какое-то волокно, кажется. И вот есть петелька, за которую можно весить вот эту мочалку. На следующей странице у нас идут шампунь для жирных волос, крапива и лимон. Ну, запах, естественно, просто. Все, кстати, идут шампуни на предохранителях. То есть вот есть такая застежка здесь. То есть ее нужно отковырнуть для того, чтобы открыть, сломать, да, пломбу. Поэтому они не проливашки. Ну и вот здесь у меня открытый уже есть вариант. Ой, лимон с крапивой. Просто шикарный запах. Мы возьмем домой, естественно, попробовать этот шампунь. Ну, тоже, видите, прозрачный, как слеза, такой красивый в упаковке, приятный на ощупь. Эргономичные такие упаковочки сделаны. Так давно хотела деревянную расческу, и вот наконец появилась вот такая плоская деревянная расческа. Для чего она мне нужна? Деревянная расческа, во-первых, не электризует волосы, что мне очень нравится. Во-вторых, она плоская, она помещается удобно в сумочку, любую сумочку, маленькую, большую. Она хорошо расчесывает волосы. То есть здесь, видите, это я вот крупными зубьями расчесывала. Теперь вот мелкими, да, то есть у меня, в принципе, я пользуюсь маслом для волос,
поэтому волосы у меня расчесываются достаточно неплохо. И вот очень хорошо массирует кожу головы, потому что такие остренькие тут зубцы, но не царапает ее. То есть вот классная такая расческа, гладкая на ощупь, приятная, вообще просто шикарная. Очень-очень мне понравилось. Код расчески 294-54. Вообще все коды я напишу под видео, поэтому можете сейчас не следить за каталогом. Дальше. В этой же серии Love Nature у нас идут кондиционеры, шампунь для сухих волос, пшеница и кокос. То есть вот шампунь и кондиционер. Вот покажу сейчас, как открывается пломба. То есть вот здесь есть. Вот такая застежка. Вот мы ее отламываем, и у нас теперь баночка спокойно открывается. Кондиционер и шампунь. Конечно, кокос — это бесподобный запах. Тот, кто любит сладкие ароматы, еще этот шампунь, кстати, подходит для сухих волос, поэтому он такой питательный. Видите, еще насыщен каким-то компонентом, который смягчает волосы, поэтому он непрозрачный. Ну и кондиционер. Вот некоторые кондиционеры не используют после мытья головы, но, кстати, зря, потому что кондиционер, он доводит волосы до нужного состояния. Тем более, если у вас сухие волосы, нужно обязательно использовать кондиционер для волос. То есть вот серия идет пшеница и кокос. И в эту серию входит масло для волос, тоже также его взяла. Вот так оно выглядит. Масло для сухих волос, пшеница и кокос. Как правильно им пользоваться? Видите, есть носик, да? То есть вы его отворачиваете, этот носик, и пользуйтесь маслом, да, то есть можно не все расходовать масло, и вот оборотность концом носика этого можно это масло закрыть. Вот, все, закрыли мы. И можно оставить еще на 1-2 применения. Если волосы у вас длинные, то я думаю, что, просто я пользовалась раньше этим маслом, оно подходит на 2-3 применения. Вот, оно для кончиков волос, то есть вы можете использовать его при мытье головы, то есть вместо кондиционера использовать на волосы. Разогреть обязательно его нужно, и после мытья головы, промокнув волосы полотенцем, нанести уже масло по уходу для кончиков волос, чтобы они были у вас живыми, чтобы не секлись, а это масло питательное. Оно так и называется — масло для сухих волос. Ну и серия, которая не оставила равнодушных многих, кроме тех, кто только не любит сладкие ароматы, это серия малина и мята. Это, конечно, супер классные продукты. То есть вот такой классный гель идет, а запах у него вообще шикарный. Знаете, как будто вот стоишь в малиннике, и вот когда берешь листок малины, растираешь его, и такой вот запах свежей малины или вот свежесобранных ягод. Это у нас отшелушивающий гель для душа. То есть он содержит натуральные частицы, которые используются как скраб для тела. Поэтому я вот больше вот такие гели люблю, именно с отшелушивающими частицами, потому что у меня жирный тип кожи. Но есть еще вот и специальный лосьон для тела, малина и мята. То есть лосьон вот по консистенции идет очень легкий. Ну, аромат вообще просто шикарный. Ой, вообще прелесть. Просто прелесть. Ну и сразу такая гладкая рука стала. Ну и заодно покажу мыльце. Мыльце тоже прекрасный аромат. Такой же эргономичный для руки. Удобно очень мыть. Видите, держать в руке это мыло. Оно идет вот в запакованном варианте. Вот так выглядит.
Поэтому вот эта серия, конечно, сейчас очень-очень порадовала, так как она такая, знаете, немножко вроде как бы и простая, и в то же время изысканная. Ну и, конечно, с последней страницы заказала я вот такие шариковые дезодоранты. Я ими не пользуюсь, я взяла их для офиса. Думаю, цена у них неплохая, 79 рублей для образца. Я взяла все 4, ну вот у меня двое на полочке стоят, и вот 2 вот я вам показываю, да. То есть шариковый дезодорант, вот многие говорят, а чем пахнет, да. То есть они все на пломбе. То есть здесь вот есть специальный такой слой клеящий, да, то есть шарик, чтобы не, который не пропускает воздух, и шарик неподвижен, да, то есть, ну, только если вы его сдвинете, то все уже как бы он будет у вас пригоден для использования. Поэтому запаха вы не ощутите у этих дезодорантов. Ну, вот этот дезодорант 48-часового действия, этот идет 24-часового действия, который зеленый чай. А этот вот 48-часового. Также в этом каталоге идут пробники новых туалетных вод, которые будут новинками в следующем каталоге. Я взяла и мужской, и женский пробник. Женский пробник – это серия Women's Collection, которая называется Sensual Jasmine. Я просто в восторге от этой воды. Я уже ее заказала по каталогу премьер-клуба. Она придет мне в эту пятницу. Вы знаете, это просто шикарнейший аромат. Это мой самый любимый цветок. Я люблю все туалетные воды и ароматы, духи, которые содержат жасмин. То есть мне очень нравится этот аромат. Поэтому, естественно, я взяла этот пробник и взяла еще пробник мужской воды Cool Lavender. Ну, это, скорее всего, вода содержит аромат лаванды. Я не очень люблю этот аромат. Он мне нравится, но это не то, что я бы хотела. И, честно говоря, как-то я спокойно, да, отнеслась к этому мужскому аромату. Ну, очень классно, что линейка Men's Collection и Women's Collection будут пополнены вот этими новинками. И они будут по достаточно хорошей цене идти. Ну и сейчас у нас в нашей зоне продукт вместо платы за доставку идет масло для волос. Я маслом для волос пользуюсь. Это у нас идет, по-моему, защитное масло для волос. Да, защита цвета. Угу. Очень классное масло. Я пользуюсь этим маслом. И вот, кстати, для многих очень... ну, такой секрет, да, как им правильно пользоваться. То есть пользоваться им очень легко. Вы берете каплю этого масла, вот сейчас он на пломбе стоит, да, вот капелька масла, растираете между ладонями и наносите на концы волос. То есть вот прям даже покажу сейчас, да. То есть многие поступают неправильно, даже в моей практике был такой случай, когда девушка просто напрыскала голову этим маслом и говорит, вообще не поняла, что за плохой продукт такой, который дает такой жирный блеск на волосах, что невозможно даже идти на работу. То есть она говорит, мне пришлось идти на работу, потому что голову мыть уже было некогда. Ну вот смотрите, я нанесла на сухие волосы, то есть волосы вообще классно очень выглядят. Становятся такие рассыпчатые. Я вообще не очень люблю, когда волосы торчат по сторонам. То есть, ну и наносится оно на концы, да, то есть на концы волос. Поэтому я взяла себе продукта вместо платы за доставку, тем более оно заканчивается, это масло уже у меня там немножко на донышке осталось. Вот это масло. И скажу еще, что у него шикарный просто аромат.
Ой, замечательно. Я вообще люблю вот такие ароматы сладенькие. Цветочный сладкий аромат. Фруктовый не очень люблю, а вот цветочный просто обожаю. Сладкие ароматы. Поэтому у нас в нашей зоне вот продукт вместо платы за доставку идет вот эта маслица. Ну вот, в принципе, я вам рассказала о тех продуктах, которые я взяла для себя. Если у меня что-то будет еще, ну, какое-то дополнение, я потом еще дополнительно сниму видео. Ну и традиционно, чтобы я порекомендовала заказать в этом каталоге, я постараюсь снять это видео и уже выложить его чуть-чуть попозже. Всем приятной недели, успешных продаж. С вами была Наталья Невзорова. Если вам было полезным это видео, нажимайте кнопку «Мне нравится», делитесь им со своими друзьями в социальных сетях, подписывайтесь на мой канал, пишите под видео впечатления о тех продуктах, которые вам понравились, и до новых встреч!